Хей-хей-хей! Всем привет! Рад приветствовать вас, друзья, на канале. С вами Доктор, и это Osiris New Dawn. Продолжаем с вами эпичное прохождение игры. Вот уже, собственно, все на базе у меня улучшено, усовершенствовано. И полностью я готов для того, чтобы пробовать нам с вами ставить станцию на орбите. Для этого я уже все подготовил. Поэтому приглашаю вас присоединиться ко мне. Понравилось видео, ставьте лайки. И что сказать, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее. И мы начинаем. Первое, с чего я хочу начать, друзья, это давайте я вас еще кое с чем ознакомлю. Помимо того, что мы с вами здесь вот поставили бочонки, улучшили все, что здесь было. Я поставил вот экстремент-коллектор. Блин, и там даже стоять с ним противно. Короче, какашки там мои. Не будем. Я их уже взял одну порцию. И не знаю, что с ними делать, если честно. Все посмотрел, где что. И вот отходы человека. Что с ними делать, зачем они нужны. Возможно, там на станции они у нас пригодятся. Но здесь для них нету нигде никакого крафта, никакого предназначения. Пока что. Поставил еще кухню. На кухне можно изготовить всякие кушания. Вот, с использованием там морковки, картошки, жареного мяса там и так далее. В общем, собственно, теперь всякую дичь мы можем заваливать и из него готовить потом еду. Ну и, соответственно, ботанический комплект взял, изготовил. С помощью этого ботанического комплекта как раз можно, вот как вы видите здесь, ягодный сок для крафта нужен. И вот с помощью ботанического комплекта из деревьев можно добывать всякие ягодные соки. Вот. А ножницы — это один из моментов, с помощью которого можно добывать разного рода компоненты с животных или с растений. В общем, вот у меня построил я кухню. По кухне сразу наготовил уже много всякого. Предлагаю, давайте мы соберем, что у меня тут выросло. Жмем, здесь у нас что? F, G и B. Все, сразу все собрали, все, что надо было. Надо будет потом еще картошку посадить, но это потом. Ну а сейчас, что, ради чего я вас сюда пригласил? Я думаю, не будем мы отвлекаться слишком далеко. Все у меня, вот видите, тут я уже и азурный есть, и резина, и пластик, и всякие экраны и так далее. Ну, что не хватит, мы вернемся, если что, сюда обратно. Не строил еще ни разу станции, поэтому это будет мой первый опыт. Сейчас мы это и начнем с вами этот опыт воплощать в жизнь. Итак, ну что, пойдемте на наш корсар. Так, Сим-Сим, откройся. Ёк-макарёк. Все, открывай давай. Закрывай, говорю. Все. Итак, вылетаем. Так, ну у нас опять встречает тишина. Здесь тихо в космосе, спокойно. Ну и, собственно, я думаю, самое время. Давайте мы найдем где-нибудь астероид, на котором есть азурный. Чтобы, если он нам вдруг понадобился, мы смогли с вами спокойно подлететь и этот азурный пособирать. С этим астероидом рядом мы будем строить базу. Да, вот он у нас астероид. Даже два астероида здесь есть с азурным. Вот мы вот здесь, наверное, с вами сейчас и начнем строить базу. Пробовал выбрать конструкции там на планете, но, видимо, из-за того, что это постройка для невесомости, у меня данный момент не выбирался от слова совсем.
Так, что это? Зачем они ко мне приближаются? Все, останавливаемся. Так. Все, корабль остановил я. Давайте мы из него выйдем. Блин, как неудобно-то, а? Почему этот астероид, собственно, весь со мной здесь? Он типа большой притягивается, что ли? Ничего не пойму я. Ну ладно. Так, ну знаете, я думаю, наверное, слишком близко я стою тут к этому астероиду. Почему-то. Давайте мы от него отлетим подальше. Так, как-то у меня получалось вот так вот, прям через кабину. Вот так вот. Раз. Да. Оба-на. Видали лайфхак? Какой. Итак, давайте мы теперь будем... так, что там? Посмотреть, куда... И где будем ставить станцию. Ну вот тут свободное место. Где у меня корабль? Вот он корабль. И что мы тут можем с вами ставить? Космические утилиты мы тоже точно пока здесь ставить не будем. Ставить начнем мы... Что, с хаб-модуля? Хаб-модуль — это модуль соединитель. Или все-таки, наверное, давайте с хабитат-модуля. Это модуль... Это... Так, а что тут? Куда тут? Смысл какой вот тут? Вот? Выше, ниже? Вот непонятно мне. Давайте чуть-чуть провернем. Вот как-то так, да? И хопа! Так, это у нас типа жилой модуль, да? Только вот тут ничего не пойму, что с ним. И как с ним. Здесь, наверное, что-то строится должно или нет. Интересно. Вот такой вот модуль. И он, по сути... Он, по сути, у нас пустой. Так, а как тут? Вверх-вниз. Так, как тут у нас, куда, что? Ничего не понял я. Ну, поставил я модуль, и что с ним дальше? Что от этого модуля? Какой понт? Не понимаю. Так, ладно. Ну, давайте, как положено, как и в том у нас. У нас есть аэрлок модуль, да? Что нам этот модуль дает? Ага. А, вот так вот даже, да? То есть вы поняли, друзья? Он так вот бочком, да, прикрепляется. Угу. Ну, прекрасное вращение, как обычно, здесь тоже осталось. Так, ну давайте вот сюда его поставим. Пока не совсем понимаю вообще, что к чему здесь. Как и куда здесь все происходит. Так, что это у нас? Ага, приглашает меня сюда, да? Так, чё? Блин, ну управление, конечно, надо будет или подправить, или что-то. Так, что мы тут? Давление сделали. Да, и выход такой, тут же на улицу. Ну, прикольно, конечно, да. А это, видимо, сюда у нас, да, движняк? В открытый модуль. Так, ну, не совсем я как бы догнал вообще, что к чему. Но давайте будем пробовать дальше. Так, это типа на улицу выход модуль. Скорее всего, надо чем-то это все дело нам закрывать. А чем нам это все дело закрывать, этот хабитат модуль? Смотрим, что у нас есть еще какие модули. Да, давайте будем по порядку, там дальше уже будем посмотреть. Что это за модули, для каких целей,
что они делают. Так, это что за Hallway модуль? Так. Что он нам дает? А, это просто типа проход. Ясно. Так, ну пока мне необходимость в таком модуле не нужна, поэтому давайте мы его разберем. Вернем все на место. Так, смотрим тогда, что у нас есть еще. Модуль окна, навигационный модуль. Так, модуль кольцевой. Угу. Это модуль энергетический. Ну, все будем пробовать. Так, что это у нас получается по порядку? Навигационный давайте сперва модуль поставим тогда. Для чего-то же он нужен. А давайте вот здесь вот раз у меня сюда выход выходит. Так, по-другому он не ставится, не вертится, не поворачивается. Ставим. Ага. В смысле? А, я уже напрягся, думал, что я тут сейчас пролечу спокойно. Но это все-таки окно. Ладно, это радует. Или что? Или не окно? Так, окей. А, давайте тогда... Да, стекла вроде видать. Подождите, мне показалось, или при выборе модуля там описание какое-то есть. Так, ну здесь никакого описания не было. Так, двери мне чуть по щам не надавали. Давай, открывай мне воротья. Так. Закрывай воротья. И что это значит? И пока это ничего не значит. Так. Что? Что это такое? Что-то я не понял, что происходит. Это я куда-то подлетел, что ли, или что? Серьезно? Вот это вот поворот событий. Вся моя станция улетела куда-то, короче, друзья. Хо-хо! А где мой корабль, Корсар? Ёк-макарёк. Вот это вот влип я так влип. Ёшкин кот. Ёш-макарёш. Вот это поворот сюжета. Так. Да блин. Так, это чё, мы куда прилетели? Надеюсь, где-то куда-то обратно. Да, вот он, Корсар. Слава яйцам. Чё-то я какой-то прыжок произвел, да? Навигационная панель. Travel to Zer. Это вон туда... планете. Это, короче, прыжок какой-то делаем. Куда, зачем, я пока ничего не понимаю, честно вам скажу. Ну, да ладно, давайте пойдем дальше. У нас есть еще что строить. Так. Куда-то у меня дюраль вся подевалась.
Вот такой замечательный модуль мы поставили. Что дальше? А дальше... Так, а дальше, я думаю, надо поставить модуль энергетический и солнечную панель, друзья. Это будет прям важным делом. Поэтому для энергетического модуля нам необходимо вернуться обратно на планету и подготовиться, да? Давай еще разок. Оба-на. И летим вниз. Так, ух, опять нормальное управление. Неудобно управлять там, наверху, я вам скажу, в невесомости. Прям крайне неудобно. Я думаю, наверное, для невесомости нам вот эта вот структура круговая прям очень поможет. И давайте мы, наверное, для нее все соберем и power модуль. Вот для всего этого мы поставим сейчас кольцевой модуль. Это, скорее всего, который будет мне создавать гравитацию. И модуль энергетический. Так, начнем с кольцевого модуля. Так, это мы сделали кольцевой модуль. Теперь давайте мы сварганим энергетический модуль, да? Вот этот энергетический модуль. И погнали. Ферохрома 10, плутония 5, белого золота 2, наполза 4. Ух ты, зеркалой, это циркония, короче, слиток. Так, циркония, слиток, нужен цирконий, естественно. Так, давайте его возьмем. И еще и 5 циркониевых пластин. О, прилично. Так, сколько циркониевых слитков? 2. Так, циркониевых пластин нужно 5. Значит, соответственно, 5 стали нужно. Это еще. Так, потом. И один чугун. А, 5 чугунов надо. Так, погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Так, и... Дымалы сколько? Так, дымалы. Тоже 5 их надо. Раз, два, три, четыре, пять. Так, азурного пока хватает. А, ну что. В общем, на кольцевой отсек и на энергетический модуль все хватило. Так, ну, раз энергетический, друзья, я так что-то подозреваю, что все-таки солнечные батареи нам тоже понадобятся. Поэтому давайте на него мы тоже создадим сразу все, что нам нужно. Так, а нам нужно 3 магмалия. Так, нам нужно 2 белых золота. Нам нужен азурный есть. Один вот этот цифровой. Так, золото вроде как есть. Стекла 6. Так, лонцвилли тоже есть. В принципе, не буду ничего выкидывать из карманов. Пускай оно все у меня в карманах лежит. Так, тут у меня поднялся уровень. Я думаю, нужно его тоже пощекотать. Так, ну и что-то есть у меня подозрение, что по скиллам мы тоже добрались до максимума. Да, все, у меня полностью максималка.
Осталось только построить нам с вами станцию орбитальную, чтобы она заработала. Куда меня там выкинуло с ней сейчас, я не знаю. Слушайте, прям переместило куда-то прям в солнце, что ли, непонятно. Так, ну все. Разгоняемся. И вверх. Выхожу. Открываю. Так, вот она моя станция. Вот моя станция. Итак, что у нас здесь? У нас здесь теперь кольцевая. Кольцевая часть станции. Это вот это. Ух, какая она. Да, я так подозреваю. Совершенно верно, она сюда у нас одевается. Так это и происходит. Угу. И когда мы поставим энергетический модуль, оно все это будет шевелиться. Так, давайте поставим сюда. Где у меня энергетический модуль? Вот он, энергетический модуль. Есть энергетический модуль. Что он нам дал, собственно, пока что ничего. Этот модуль мне, собственно, вообще не дал. Так, что у нас тут? Так, это что? Это типа экран. Пока нифига не понимаю, что, где, куда и как. Так, вот это у нас типа модуль, да? И здесь можно типа строиться. Угу. Так, ладно. Так, у меня, кстати, надо поесть, попить. Что-то прям... Угу. Есть. Все это дело пополнил я. Ну и давайте, я же там сделал для этого. Так, вот не забудется бы мне здесь. Да, во. Тихо. Управление, конечно, то еще. Так, а мне нужна солнечная батарея. Блин, магмалия не хватило. Ёлы-палы. Будем сейчас из-за магмалия ворачиваться назад. Печалька. Ну окей, давайте я по-быренькому сгоняю за магмалием и к вам вернусь. Для вас это будет все прям совсем быстренько. Идем, друзья, пробовать теперь поставить солнечные батареи. Так, где она, станция? Вот она, станция. Итак, мне нужны солнечные батареи. Так, как оно ставится здесь, все это дело? Очень даже интересно. Ага. Вот так оно ставится, да? Так, ну, пока нифига, друзья, не понял, честно скажу. Солнечные батареи поставил. Что дальше? Нифига не понятно. Здесь я ни с чем взаимодействовать на данный момент не могу. Ну, пойдемте в панель управления сходим, точнее в модуль управления. Посмотрим, что там. Так.
А тут надо вот через это, да? Модуль управления. Так, это мы полетим куда-то. И сейчас я пока не планирую никуда лететь. Что здесь? Здесь ничем я тоже управлять не могу. Взаимодействовать ни с чем тоже не могу. Нифига не понимаю, если честно. А, это навигационный модуль. Так, а модуль управления это как раз у нас вот этот, да, получается? Ну, пока я ничего не понял вообще, что здесь делать надо с этой станцией. Поставил, в принципе, модуль и энергетический поставил, и всякий другой поставил. А толку? Что это такое-то тут? А, это сквозь текстуры, понял. Энергетический модуль, как? Что-то мы должны в нем замутить и запустить или что? Непонятно мне тоже пока. Я, насколько понимаю, вот этот вот круг должен крутиться. И там внизу должна быть гравитация. Вот, но как его запустить, чтобы он крутился? Видимо, наверное, какой-то... Может быть, вот этот модуль поставить, друзья? Вот этот вот. Сейчас, где он? Вот этот коммуникационный модуль. Навигационный у меня стоит. Ну, давайте будем все тогда строить и смотреть, что у нас где даст. Биосфера мне пока не нужна. Надо сперва со станцией разобраться. Будем делать вот этот коммуникационный модуль. Давайте я пойду для него все насобираю. Так, где у меня корсар? Корабль, вот он. Где-то тут должен быть. Так, все у меня есть для... блока управления. Полетели. Модуль управления делать. Выхожу из корабля. И вот здесь у нас получается вот этот коммуникационный модуль. Что он нам дает? Пока что непонятно. Но это типа тоже какого-то модуля соединителя, да, походу. Да, похоже на то. В общем, или у меня не хватает энергии, друзья, на весь мой модуль. Или я что-то не понял. В общем, друзья, я маленько разобрался, почитал, попереводил, и вот что я вам скажу. Ну, это жилой модуль, это модуль коридор, это модуль хаб, то есть соединительный модуль, это модуль окошко. Не знаю, зачем, мы еще посмотрим, зачем оно нужно. Так. Значит, это обсерватория. Это я, насколько понимаю, чтобы закрыть вот эти вот отверстия ненужные, то есть именно со стеклом. Посмотрим, попробуем попозже. Это модуль энергетический. Возможно, он у нас заработает попозже. Это модуль типа шлюза. Значит, это навигационный модуль управления, то есть летать с помощью него. Это... модуль коммуникаций. Это биосфера. Соответственно, там, я так подозреваю, будем выращивать и растить всякие
всякие растения и так далее. Это у нас модуль для хранения газа, жидкости и так далее. То есть это типа складского модуля. Это модуль кольцо, которое мы уже построили. Это модуль двигателей. И это солнечная батарея. В общем, давайте мы сейчас еще поставим модуль двигателей. Понятно, что без двигателей вся наша конструкция двигаться не будет, это однозначно. Поэтому давайте ставим двигатели. Я уже, как вы поняли, пока разбирался и сразу подготовил этот модуль к нам сюда. Ой, какой он массивный. И корабль мой, походу, здесь мешает, да? Где? Да, так получается, да? Так, ну давайте я корабль тогда уберу в сторону. Вот. И ставим его сюда. Точнее, это модуль двигателей, друзья. Это... О, какой он громадный. Данный модуль. Так, двигатель включился. Угу. Так, ну и что дальше? Ага. Здесь у нас что-то куда-то там где-то нет. Там, может быть, заправиться как-то надо. Или чё? Нет, ничего не надо. Так, хорошо. Давайте теперь зайдем в наш, в нашу станцию. Зайдем в нашу станцию. Так, идем сюда. Так, это у нас открыли. Что здесь? Сидушки у нас не стали управляемыми. То есть я за сиденье так и не могу. Так. Это, я так подозреваю, сейчас мы опять куда-нибудь прыгнем. Но я пока вот не хочу никуда прыгать. Так, ладно, давайте мы сходим в другой конец. Там, где все это я настроил. Так, энергетический модуль. Он так и не работает. Да. А доступа к инженерному модулю и нету никакого, что ли, получается? Интересно. Это как так? Как такое возможно? В общем, друзья, построил я все, что можно было построить на станции. Построил и переходной модуль. И построил модуль управления, и энергетический модуль, и коммуникационный модуль, модуль двигателей. Не построил только биосферу, но я думаю, это не проблема. Вот этот модуль, который как типа цистерна, который хранит все... газы закинул я туда маленечко углеводородного решения. Но, собственно, ничего у нас с этого не произошло. Можем, конечно, попробовать закинуть сюда этот водород. Давайте, конечно, попробуем. Как говорится, эксперимента ради. Так. Где он у нас? Так, углеводородное решение мы забрали обратно. А сюда положим хлор. Так, что это у нас даст? Давайте попробуем зайти сюда.
Но ничего это не дало. Ну и энергетический модуль давайте подойдем, посмотрим, что он у нас. Тоже ничего не поменялось, собственно. Ну, я думаю, знаете, возможно, и ничего и не должно менять. Может быть, я так тут надумал сам себе, что оно должно что-то тут крутиться, вертеться, как в реале, что вот это должно там создавать центробежную силу. Ну, короче, размечтался. Ну, сами понимаете. А, скорее всего, я думаю, это просто станция. Всю ее надо герметизировать, то есть закрыть вот такими вот заглушками все дырки. Сейчас я вам покажу. Вот такими вот заглушечками дырки. Поставить там всякие обсерватории, поставить биосферу. И, собственно, можно в данной станции тоже отдельно, так же, как и у нас база там на планете, здесь тоже, соответственно, проводить определенные жизненные манипуляции, жить, то есть, соответственно, нагнетать там кислород и так далее. Скорее всего, это так, я думаю, поэтому зря я тут мучаюсь, пытаюсь найти какое-то решение. Если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях, друзья. Вот, ну, у меня теперь есть, собственно, своя станция, на которой можно нам продолжать развиваться, можно на ней что-то поставить, построить. Здесь на нее дополнительно можно ставить, так же, как и на обычной станции. То есть здесь можно поставить депозитарий, можно поставить вот эти вот. Ну, не знаю зачем, вон там какой здоровый склад у меня есть отдельно. Здесь принтеры и вот это чем станция. Криопод — это, скорее всего, там, где я буду отдыхать, набираться сил. Это в модуле, в жилом модуле устанавливается и отдыхается. Ну, собственно, можно будет это все попробовать. Не знаю, посмотрим. Я ожидал маленько от станции чуть-чуть чего-то иного. Может, я не все здесь разобрал, не все понял, как бы. Но по мне это скорее статичная станция. Хотя нахрена двигатель? И, как вы помните, меня куда-то к какой-то звезде кидануло поначалу, потом обратно кидануло, и я, собственно, не понял вообще, что произошло. Ну, да ладно. Я думаю, на этом будем завершать. Понравилось видео — ставьте лайки. Есть что сказать — пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока. До скорых встреч.